Это вам экскурсия по кораблю, видео экскурсия. А тут, наверное, стоят кондиционеры, потому что шумит сильно. Вот дяденька, наверное, то же самое делает, что и я. Здесь почему-то написано ацетилен и кислород. Там вот за окном спортзал. Это стена для скалолазания. Вот такая вот. Это вот берег Африки, вот там виден вдали. Это опять скалолаз там. Ничего не видно. Даже как называется, он теми Thank you.
Вот я обошел один круг по верхней палубе корабля, то есть 600 метров.